Всем привет, мои хорошие! Наконец-то я выбралась на участочек. Вот, покажу вам, как у нас начинает смородинка распускать свои листики. Вот у нас кусты такие вдоль забора. Ой, у соседей лают собаки. Здесь у нас даже живут люди. Но мы не живем здесь, потому как мы живем буквально тут 1,5 километра, может, и наш поселок. Так, построили себе небольшое такое помещение, такое небольшое. Ну, покуда еще окна не вставили, мы его только в том году вывели, чисто для того, чтобы отдохнуть было, ну, днем, потому что уже годы дают о себе знать. Так, уже начинают. Покажу вам сейчас, как цветочки у меня. Вот уже всходят цветочки. Тюльпанчики вылезли красивенько. Вот. И пчелка. Моя пчелка. Какие пчелки у нас хорошие. Так, теперь я вам покажу, как у меня уже вышла редисочка. Вот у меня уже взошла редиска, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. У меня взошла редиска. Вот рядочки. Сейчас мы ее накроем. Она была просто накрыта пленочкой. Просто пленочкой. Вот. А теперь она взошла. Вот сейчас мы ее накроем. И пусть она растет. Тюльпанчики. Вылезли тюльпанчики. Вот. Скоро они покажут нам свою красоту. О! Ой, как хорошо. Вот такие у нас тюльпанчики. Это лучок. Прошлогодней зимы еще. Ну, пока так. А это вот нарциссики уже вышли. Красивые нарциссики. Вот они. Вот. Ну, это юта. Она и летом, и зимой зеленая. На винограде еще почки не набухают. Конечно, да. Самая первая у нас всегда показывает свои листочки смородина. Вот она какая хорошенькая. А это черешня, черешня. Посмотрите, какие прекрасные почки уже на нашей черешне. О, пожалуйста вам. Как вы думаете, что это? Посмотрите, какие почки уже. Красиво. Боярышник. Это с прошлого года остался. Вот. Ну, опять же, здесь у нас по периметру смородинка. А вот сирень. Посмотрите, как набухли почечки. Это у нас белая сирень. Она более ранняя. И вот у нас уже вышли лилии.
так они уже вышли. Вот сосед продает дачу. Видите, обнес каким забором. Как в сковородке там, в даче, как в сковородке. Потому что лето у нас очень жаркие. Как там можно находиться за таким забором, если с четырех сторон он огражден? А у нас, пожалуйста, все коты и собаки, все мои друзья. Заходите все. Всем мы рады. Ирисы вышли. Чудные ирисы. Ой, все надо вычищать. Розы начали набухать. Ой. Ну, короче, весна в полном разгаре. Ждем рассвета. Ирга, смородина наша. Но абрикоса еще не цветет. Только-только набухают почки. Хотя сегодня плюс 17. Впереди дожди. Все засветет. И вот ирисы вышли. Это у нас очень большие такие ирисы. Фиолетовые, красивые. Ну, все как зацветет, я все вам покажу. На этом всем пока. С вами был канал Пчелка ТВ. И я, Ирина. Всего вам доброго!